Вы бы хотели поиграть с платным текстурпаком и с платной картой, но у вас нету денег, то, друзья, продолжайте просмотр данного видео. И сегодня я хочу сказать, что специально для вас я слил текстурпак и карту, немного переделанную и специально, друзья, для Майнкрафта Pocket Edition. Как знаете, в релизе добавили карту и текстурпак на зимнюю тематику, то есть на Новый год 2016, и они стали платными. Да, друзья, к сожалению, Маджонг не могут сделать нам подарочек и сделать их бесплатными. Все, друзья, Маджонг превращается в Вэлф, в Гейба, которые всегда хотят деньги. Но не беда. Маджонг всегда можно взломать, и, друзья, сегодня это тоже случилось. Как только я выпустил это видео в одной группе в Planet MKP, друзья, появился пост как раз с этой картой и этим текстурпаком. Но я совершенно по-другому переделал, поэтому, друзья, вы можете скачивать там или скачивать у меня, переходя в описание под данным видеороликом. Там будет карта и текстурпак. Вы знаете, что делать с ними. И, собственно, друзья, что же вас здесь ожидает? Во-первых, после установки текстурпака, я вижу какой-то баг. А, ну ладно. Собственно, друзья, после данного трупака ваш мир Майнкрафта превращается просто в рождественский стиль Майнкрафта. Это невозможно объяснить, но, друзья, все становится очень красивым. Также под елочкой лежат подарки, и под елочку вы можете залезть. Карта просто гигантская, если у вас, опять же, слабый Android или слабый планшет, то не рекомендую вам скачивать и устанавливать данную карту. Хотя посмотрите, как все хорошо сделано. Неужели это двери? Нет, друзья, к сожалению, это обычные картины, хотя выглядит все довольно качественно. Также эти часики тоже выглядят очень красиво. Большое спасибо вам, Маджонг, за такую карту и за такой текстурпак. Что ж, давайте зайдем в домик. Здесь мы видим уже елочку с подарочками. И, друзья, все сделано в стиле Рождества. Все замечательно проработано. Да, умеет они удивлять, но жалко, все это не бесплатно. А посмотрите на этот камин. И это просто что-то из чего-то, друзья. Вот как думаете, где же спрятана картина? Давайте подумаем. Ну, друзья, обязательно ставим лайк за такой слив. Я надеюсь, что вам понравится, и вы оцените это, друзья. Ну, а мы продолжаем путешествие по этой карте. Что за рычажки? А, друзья, они отключают свет. Ну, все замечательно сделано. Здесь у нас большая зимняя деревня, но жители, к сожалению, не видно. Наверное, сделано специально для того, чтобы вы могли оценить масштабы этой карты. И здесь у нас ездит вагонеточка, в которую мы не можем залезть. А, друзья... Что ж, давайте посмотрим, что находится внутри, и почему-то здесь сломаны картины. Ух ты, здравствуйте. Кстати, вы тоже можете стать снеговичком, если оденете специальную броню. Кстати, друзья, я тоже им стал, поэтому привет, пацаны, как дела? Нормально, да? Ну окей. Что ж, друзья, подходим. Прикольно, уже используются механизмы. Кстати, да, вернуться обратно мы также можем. Ну, собственно, просто суперская карта, которую вы можете исследовать сами, скачав ее через описание данного видеоролика. Что ж, друзья, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну и, конечно, до скорых встреч!